Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Zarbus Game. С вами Neozar. И мы продолжаем проходить игрушку The Evil Within, часть вторая. Что же, я бегу вот здесь вот по улице. Хотел поближе к точке приблизиться. И что я здесь вижу? Через дорогу пробегает какая-то девушка. И за ней гонится стая зомбарей. Нужно, наверное, помочь этой девушке хоть как-то. Опа, тихо. Блин, у меня по-прежнему не хватает патронов. Охренеть. Блин, смотри, здесь как много-то, а. Я даже не знаю, как... Так, а кто за мной наблюдает? Не понял. Ух ты, черт возьми. Пошел в жопу. У меня на этот был случай топорик. Да. А, и вот я и не заметил. Вот тварь, а. Что ты такая быстрая скотина? Ага. Давай, Себастьян, беги нахрен. И девушка куда-то смоталась вот сюда вот. Интересно, она нас пустит? Ага, хрен тебе здесь. Пустила, блин. Начал спасать, дурак, блин, на свою шею. С голой жопой, блин. Ох ты, черт. Их очень много. Мне нужно куда-то от них просто убежать, нафиг. Себастьян, ты можешь ходу-то прибавишь, а? Я вот и не понимаю, почему так сделали, что он бежит какие-то, я не знаю, 50 метров и все. 50 метров и все, он задыхается. Но выносливость могли бы как бы получше сделать в игре. Хотя я и так уже, я прокачал ее на 2 очка. И все равно выносливости вообще просто не хватает. Да, пошел в жопу. Урод, блядь. Бегающий, где ты есть? Все, остановился? Ну, давай, нюхай. Сейчас тебе здесь дам понюхать. Давай, Себастьян, проходи твою дивизию. Это наш шанс сейчас его ударить. Блядь, ударили, блядь, пипец. Корова ты, Себастьян, корова. Скотина. Получи, тварь. Добегался. И опять мне, конечно, это навтыкали-то хорошо. Ну, конечно, это нехорошо, это очень плохо. Где эта девушка, а? Которая там так сильно орала, которая закрылась и не могла меня пустить, сука драная. Все, спокойно, Себастьян. Ты дышишь, значит, живешь. Что они там делают? Они ломятся к ней в дверь, что ли? Тихо, спокандосик, быстренько ушли. Да, опа, тихо. Успокойся, шаловливый. Иди вот тупорылый, блин. Себастьян, что ж ты такой тупой-то, а? Почему ты не можешь стукнуть его тогда, когда он уже практически на тебя не смотрит? Когда можно просто нажать на кнопочку и просто его шарахнуть? Смотрите, какую я тактику нашел. Как в кустах хорошо их бить. Стоишь в кустиках, он пробегает. И ты его здесь чмокс, и все. И нету. Опа.
Да, твой там братюня остался в кустах. Давай, Себастьян, быстрее. Хорошо. Ну что, теперь у нас чисто. А это что такое? Это что за маленькое кладбище? И что, я что, еще одного слышу? Здесь еще кто-то есть? По-моему, за этой девушкой бежали трое. Да, не успел я этот момент записать. Ну, я просто здесь вот шел, и типа девушка перебегает и говорит, ей нужна помощь. Себастьян говорит, ей нужна помощь, иначе они ее убьют. Ну, вот как бы сейчас мы ей помогаем. Топор здесь мне нравится. Ух ты, ёб твою мать. Ух ты, ёб твою мать. Пошел ты в жопу, а. А куда он делся-то? Вы его видите? Я ни черта не вижу, например. Я вижу только одни кусты. А, вон он ходит. Сучок драный. Что, мадемуазель, ты меня пустишь к себе домой? Ты куда-то убежал-то отсюда? Все в порядке, я с ними разобрался. Откройте дверь. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Спасибо, вы меня спасли. Я уж думала, мне конец. Все в порядке, успокойтесь. Что здесь происходит? Откуда же мне знать? Если кто и должен спрашивать, что происходит, так это я. Послушайте, я сам только прибыл. И вообще ничего не понимаю. Да ну, и как вас зовут? Себастьян. Себастьян Кастелланос. Ну, значит, вам известно больше, чем мне. Я не помню даже собственного имени. Не знаю, какой сегодня день. И понятия не имею, где я. Да что ж такое со мной происходит? Ну, вы попробуйте вспомнить хоть что-то. Сначала я сидела на приеме у доктора, такой азиатской женщины, а в следующий момент оказалась в этом городе. На мне была незнакомая одежда, и мужчина назвался моим мужем и велел мне бежать. А я, между прочим, не замужем. Это все не настоящий бред какой-то. Я хочу спросить. Я ищу свою дочь. Ей 6 лет. Ее зовут Лили. Я не встречала здесь детей, только этих тварей. Проклятие. Ей 6 лет. Мне очень жаль, мистер. Бедняжка. Как же ей не повезло. Если б я только могла помочь. Я понимаю. Но я не сдамся, пока ее не отыщу. Значит, вы просто проснулись здесь пару часов назад? Часов? Дней? Не могу судить о времени. Последнее, что я помню, кабинет этого доктора. Какого доктора? Мне нужны были деньги, я пошла по объявлению, где хотели изучать пациента во сне. У меня взяли анализ крови, провели медосмотр, а потом доктор начала задавать странные вопросы. Я не понимаю, что происходит. Вам что-нибудь говорит название Мёбиус? Вроде нет, ничего. Но я вообще мало что помню. Что можете рассказать мне об этих тварях? Я ничего не знаю. Знаю только, что они убьют при первой возможности. Не подходите к ним. А откуда они могли явиться? Мужчина, который называл себя моим мужем, вел себя странно. Оглядывался через плечо, хотя там ничего не было. А потом вдруг закричал и начал меняться. Его кожа пошла пузырями. Это было ужасно. А потом он попытался меня убить. Значит, раньше они были обычными горожанами. Что же заставило их измениться? Я ничего не знаю. Я не могу помочь вам, мистер. Да, нахрена тебе? Я попытаюсь выяснить. Тогда я тебе спасал-то. Оставайтесь в доме и заприте дверь. Снаружи опасно. Да я отсюда и носа не высуну, обещаю. Спасибо, что спасли меня. Если вам что-нибудь здесь нужно, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Вон, давай, прыгай в кровать, блин.
Опа, смотрите, патроны и пистолет. А что это за пистолет? Пистолет и патроны. Я думал, что это, блин, пистолет мне дадут. Нет, пистолет мне, к сожалению, не дали. Что ж, давайте осмотримся здесь. Так, здесь ничего. Дымный порох пригодится. Здесь тоже ничего. Да, хорошая такая трахательная комната. О, ты уже что, раздеваться начала? Ты сначала иди куда-нибудь умойся, подмойся, блин. Ну ладно. Что ж, давайте смотреть, что у нас дальше, что у нас по карте. Мы должны с вами двигаться вот сюда. Где-то здесь у нас какие-то мы должны с вами улики найти и голоса от Лили. Я бы хотел помочь ей. Но для всех, кто еще жив здесь, будет лучше, если я отыщу Лили. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Ну, еще разочек. Ну, ведь смотрите, это просто ведьмак какой-то. Лилия, ты как-то бегал так странно? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Опа, кровь. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Такс. Че такое? Детали оружия, труба, это что такое? Запал, нахрен мне ваши запалы, блин, дайте мне порох, а? У меня пороха вообще нет ни хрена. Так, здесь есть у вас верстачок-то? Ну что мне чем-нибудь сварганить-то? Ага, смотрите, есть верстачок. Так, создание предметов. Мне нужны потрошки. Ну вот, уже получше. Уже совершенно получше. Патронов, это хорошо. Ну, я так думаю, что мы практически карту с вами всю как бы зачистили. Здесь можно, интересно, что-то открыть? Компания Митчелл и сыновья? Нет, мне сюда не нужно. Я даже больше не знаю, что здесь такое можно найти-то. Слава Богу. Похоже, она тут пряталась. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться.
Наверняка. Только ты знаешь, что там может быть на этом складе? Перевозки Тредула. Там может быть столько зомбарей, что тебе и не снилось. У нас с тобой патронов нету. Еще нужно как-нибудь зайти туда, на этот склад. Ну-ка, что здесь у нас? Там никогда ничего нету. Лили? Лили! Черт! Черт, вот тебе Лили! Черт! Лили! На этом я складу уже был. Помните, я здесь открыл как бы дверь? Лили! Звук шел сверху. Здесь вот я не могу вот эту вот хрень открыть. Нормально. Вот как она так? Помните, я сюда стрельнул? Наверное, она тут пролезла. Ну, надо попасть внутрь. Давай. Геракл, блин. Вот, а раньше ты это не мог сделать, да? Она смелая и сообразительная. С ней все будет в порядке. Надо только ее найти. Смотрите, рука валяется. Началось, блин, в колхозе утро. Давай, открывай эту хрень. Сделаем срезик маленький с тобой. Так, ну где ты орешь-то? Ты же был здесь. Тихо. Я знаю, ты шустрый парень. Ну что ты будешь там стоять? Смотри, я здесь. Алло. Что ты там встал-то, скотина? Блин, я с тобой даже сделать ничего не могу. Конечно, я могу вот здесь вот стрельнуть, попробовать в него. На, к тебе в торец. Блять. Как работает здесь прицел? Я вообще не понимаю. Отчет длинный, да, внутренний отчет. Да блин, ты возьми. Да не нахрен ты мне верстак, вот возьми шприц, блин.
Ох, не нравится мне, что здесь, смотрите, патронов. Пистолет. Чего? Какие пистолетные патроны у меня полон-то, а? Ты что, дурак? У меня патронов нет вообще. Еще одна кукла. А где же Лилия? Где кукла? А, вот кукла. Такое впечатление с тобой, что она с собой детский сад истаскала. Девочка так дышит, и как будто ее не слышно, да? Ты находишься в закрытой комнате. Да, она еще... Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай, мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил, не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Связь плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? На самом деле, мне не нравится, что здесь так много патронов нам дали. Такое впечатление, что сейчас какая-то здесь карказябра вообще вылезет, потому что, ну, неспроста просто так дают патроны в этой игрушке, да? И такое замкнутое помещение, мы здесь закрыты, как отсюда вылазить, непонятно. О, топорик, 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 топорик нужен. Топорик, это хорошо. Это что за хрень такая? Где? Но где Лили? Нельзя дать ему уйти. Эй! Ты! Девочка! Где она?
твою понятно. Мать. Понятно. Это не твою мать, это пипец какой мать. Да-да-да-да-да-да, я уже с вами дрался. На вас только патрон тратить. Блядь, где выход-то здесь? А, черт возьми. Да ладно, да вы издеваетесь. Мне что, опять с ними драться? Да ладно. Пиздец, блядь, патронов нету, как обычно. Залез, блядь, и спрыгнул нахуй. Да что с тобой не так, игра, блин? Это нереально. Вот смотрите, сколько для них вообще на них патронов улетает. Я сказал, что здесь неспроста. Попал? Да ты не умерла, что ли, тварь, блин, сколько тебе нужно-то, а? Блин, смотрите, она до конца не умерла. Фу. Гадость, блин, мерзкая. Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с О'Нилом. Надеюсь, ты сможешь связаться с О'Нилом. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив? Хорошо. Ты нашел ядро? Нет, но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Да. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду. Полная жопа, что я могу сказать? Просто полная жопа. Так, мне нужно в этот, хренотень в эту зайти еще разочек. И забрать там патроны, которые мы здесь оставили.
Так, я не понял, где эта комната была? Опа. Что-то как-то я странно пробежал. Здесь, надеюсь, эта реальность не поменялась вообще. В перках, которые прокачиваю, никак не могу найти, чтобы здоровье побольше восстанавливалось. Вот оно мне сейчас восстановилось на какой-то вообще миллидюйм, блин. Хотелось, чтобы побольше здоровья восстанавливалось. Так, патроны для дробовика. Блин, по-моему, здесь патроны для пистолета оставались, нет? Мне так кажется. Ну ладно, какие-никакие хотя бы патроны. И сейчас у нас придется, мы с вами будем бегать. Ой, как мы сейчас с вами будем бегать к Анилу. Потому что столько там говна повылазило. По всему Юниону это просто жопа. Так что приготовьтесь к суперзабегу. Интересно, а в игре будет какая-нибудь другая локация, или мы только будем в Юнион у него там ходить? Ну что, Себастьян, отдышался? Вперед из песней? Ой, нет. Какой выйти-то из игры? Нет. Где у нас карта? И нам нужно сюда. Ох, сейчас будет, блин, жара. Я уже чувствую, что сейчас будет жарко. Из этой хрени. Мне как замуровали, блядь. А, ну вот, да, вот она, наша дверка заветная. И 140 метров суперпрепятствий. Что ж, погнали. Так. Отдыхаем. Да, я слышу вас. Блин, защищал, называется улица. Смотрите, зачистил, блин. Теперь там он хренеет и хулит вообще, пипец. Плюс вот этот вот дымный, с кем мне вообще связываться не хочется. Потому что мне кажется, что он меня ваншотнет просто на ура. Я вообще его не смогу убить. Ну ладно, забег какой-то особо-то и небольшой был. Мне не так уж и страшно. Я-то думал, что там будет вообще пипец полный. А здесь нет. Здесь свободно, мы пробежали. Ничего себе. Ну что ты мне хочешь рассказать? Подожди, мой друг сердечный. Сейчас себе патронов попробую сделать. Но... Ты удачно добрался? Не уверен, что слово «удачно» подходит, но да, добрался. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. У Юниона есть что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему «сеть». Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Где эта самая сеть, которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел.
Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке к выходу Б2. Он и выведет тебя к мэрии. Мог рассказать и по коммуникатору. Ну да. А вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Но инфраструктура Юниона разрушается. Есть данные, что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжить. Смертельно опасный газ? Спасибо, что худшее приберег напоследок, Анил. Судя по тому, что я тут видел, это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе рассказать? Противогаз. Только в противогазе можно пройти по заполненным газом тоннелям сети. Анил любезно дал вам новый противогаз, поэтому не пришлось снимать его с трупа. Спасибо тебе, Анил. О, смотри, ты мне здесь этот припас принес. Спасибо, спасибо, дорогой. Это смотри, это я что-то здесь сделать даже могу. Давайте что-нибудь смастерим по-быстренькому. Так, гарпунный болт. Не хочу. Вот, пистолеты хочу. Такс. И больше я, к сожалению, ничего не могу сделать. А, вот, шприц могу сделать. Давайте шприц сделаем. Травы-то у меня завались вообще. Ну и как бы так. Что ж, друзья, давайте на этом закончим. И уже в следующей серии мы пойдем с вами в мэрию. А вам всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. Не забываем подписываться на канал, комментировать и оценивать видео. Звонить в колокольчик, чтобы не пропускать новинки на канале. Всем спасибо, всем пока-пока.